Сидела ли ты, Ксения Александровна, когда-нибудь на диетах? Нет, я никогда не сидела на диетах, и благодарю судьбу и природу, что мне дарована такая вот генетика и фигура, потому что я из того разряда людей, кто не умеет себя ограничивать. Если я хочу что-то съесть, я могу себе это позволить. Ты сейчас налегаешь на пирожок? С яблоком. Ты сидишь когда-нибудь на диетах? Раньше по молодости было такое. Какие диеты это были? Монодиеты. Это когда целый день ешь один продукт. Ага. Да, яблоки были. Мне стало после них дурно, поэтому больше на монодиете никогда не сидела. Также для похудения пила яблочный уксус. Это можно говорить? Конечно. Не помогает яблочный уксус. Вы не худеете. Вы только получаете себе гастрит. В моем опыте было плюс 20 килограммов. И, соответственно, минус 20 килограммов тоже. И диета была стандартная. Я не ем вообще ничего. Я не ем сладкое. Я не ем соленое. Я не ем что там еще жирное. Все это приводило к большому количеству срывов. Соответственно, к большому количеству набору килограммов. И только после этого я пришла к разуму, к правильному питанию. То бишь брокколи. И к своей стройной фигуре в данный момент. Я вообще женщина-гармонь. Если я за год один раз не набрала и не похудела, это год прошел зря. Женщина-гармонь? Которая сначала пошла и поуже пошла. Со складочкой. Боюсь спрашивать, где у тебя клавиши. Так, и Лиль. Ну, конечно, сидела, но толку-то особо нет, что-то. Нету? Нету. Хорошо, вот тем, кто хочет похудеть, какой совет вы можете дать? Можно я? Давай. Вот тем, кто хочет похудеть, я хочу дать следующий совет. Пожалуйста, не толстейте. Я знаю совет правильный. Я знаю правильный совет. Ребята, поставьте брекеты, потому что когда я поставила брекеты, я не могла есть и похудела моментально за месяц. Потом, правда, я научилась с ними есть и это снова набрала. Я присоединяюсь ко всему вышесказанному, кроме брекетов, потому что я их себе поставил и набрал 12 килограммов. Это что ты делал? Ну, это уже так, за кадром. Короче, я...